Сергеевич, ради бога, извините, но тут все пишут, что вы госпитализированы. Ну, и про нашего президента уже лет 10 пишут, что он заболел. Это такая, в общем-то, игра, которая не новая в политике. Ну вот, что бы вы хотели передать тем западным журналистам, а это в основном, я читаю, именно западные журналисты, которые пишут, что все, Лавров госпитализирован, получаем огромное, кстати говоря, количество сообщений от российских граждан, что случилось, что бы вы западным журналистам пожелали? Ну, западным журналистам быть все-таки почестнее, чем они есть, писать правду почаще и не ограничиваться в своих репортажах только одной точкой зрения, которую они транслируют по всем вопросам, где так или иначе задействованы интересы Российской Федерации, которые игнорируются.